Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Багыт». Тема нашей сегодняшней передачи – легализация имущества. У нас сегодня в гостях заместитель руководителя департамента юстиции Карагандинской области Кинжибаева Нургуль Нурпиисовна и директор центра недвижимости Карагандинской области Жунусов Серик Базылханович. Добро пожаловать! Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, более подробнее о легализации имущества. Какие имущества подлежат к легализации? 1 сентября 2014 года стартовала акция легализации имущества в соответствии с законом Республики Казахстан об амнистии граждан Республики Казахстан, уралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан в связи с легализацией имущества. Эта акция стартовала с 1 сентября и будет действовать по 31 декабря 2015 года. А какое недвижимое имущество не подлежит к легализации? Это недвижимое имущество, приобретенное в результате совершения преступлений против личности, семьи, несовершеннолетних. Также преступления против безопасности конституционного строя, информационной безопасности, также в интересах коммерческих и иных организаций, здоровья населения, совершение экологических, транспортных, военных преступлений, коррупционных преступлений, также преступлений против экономической деятельности, также изготовление избыта поддельных документов, штампов, печати, государственных наград. Вот, как уже было сказано, да, которое находится сейчас в судебном споре, право оспаривается в судебном порядке. Также имущество, которое принадлежит в пользу государства. А какие документы нужно подавать для легализации? Для легализации подается местный исполнительный орган. Это обязательно заявление, заполняется установленные образца, копия удостоверения личности с предъявлением подлинника документа, удостоверяющего личность гражданина. Затем технический паспорт и заключение эксперта на соответствие здания для сооружения техническим правилам. А для каких целей нужно предоставлять технический паспорт? Технический паспорт – это документ, который изготавливается центрами недвижимости. Он изготавливается в обязательном порядке и до подачи заявления в комиссию. Этот документ должен быть в перечне уже подаваемых. Технический паспорт изготавливается после заявления в ЦОН. В ЦОНе существуют стандарты, по которым будут приниматься. Там же указаны сроки и пакет документов необходимый. В данном случае в рамках легализации необходимо представить документ, идентифицирующий права на земельный участок. Там указано целевое назначение данного участка и указан собственник. Нам этого достаточно, чтобы начать работы. Но сроки у нас оговорены законодательством и начинаются от 3 дней до месяца, в зависимости от категории объекта недвижимости. Эта услуга будет платной, в отличие от легализации 2006-2007 года. Порядок оплаты и размер оплаты установлен правительством. Есть прескурант, то есть все прозрачно, можно проверить расчеты. А как получить? Какие-то существуют правила? Правила установлены приказом министра. Называется правила государственно-технического обследования. Все нормативы, формы технических паспортов, порядок изготовления также установлен правительством. Скажите, пожалуйста, какой срок получения технического паспорта? С момента обращения в ЦОН, подачи заявления, в зависимости от категории объекта, то есть если это квартира 3 дня, дом, гараж, надворные постройки, срок 5-10 дней. И если объекты уже нежилого назначения, коммерческого использования, срок до месяца, в зависимости от момента предоставления доступа на объект недвижимости. Собственник обязан присутствовать при этом. И при проведении технического обследования изготавливается
абрис, на котором ставится подпись заявителя, что данный объект посетил сотрудник центра недвижимости. А каков срок государственной регистрации прав на недвижимое имущество? Срок государственной регистрации на недвижимое имущество в соответствии с регламентом оказания государственных услуг у нас в течение 5 дней. Угу. То есть с момента подачи документов. То есть если это касается вот акции легализации непосредственно, то предоставляется заявление, само решение о легализации имущества, да, решение комиссии о легализации. Вот, здесь предусматривается нулевая ставка, то есть не облагается государственным сбором. Вот, и подается, и в течение 5 дней производится регистрация прав на недвижимое имущество. Угу. А с какого момента имущество считается легализованным? Легализованным с момента вынесения решения о решении комиссии о легализации. Угу. Вот вы сказали комиссия, да? Угу. А кто входит в состав комиссии? Вообще комиссия, она сформирована при местном исполнительном органе. Туда входят представители непосредственно органов юстиции, непосредственно РГП Центра по недвижимости Калининской области, органов юстиции, управления экономики, архитектуры, градостроительства, ну, всех заинтересованных лиц, которые непосредственно будут касаться легализации. В принципе, у нас в области работают 3 вида комиссии, так как легализация предусматривает не только недвижимое имущество, она предусматривает деньги и ценные бумаги, также имущество, находящееся за пределами территории Республики Казахстан, и само недвижимое имущество. То есть 3 комиссии. В первую комиссию это входит местные исполнительные органы, которые сформированы при них, вот, которые я уже говорила выше. Также 2-я комиссия – это налоговых органов, которые работают по имуществу, находящемуся за пределами территории Республики Казахстан, и оформленных в отношении 3-х лиц. И 3-я комиссия – это банки 2-го уровня, которые непосредственно касаются легализации денег. Вот, Нургуль Нурпесовна, скажите, пожалуйста, если такая ситуация, имущество, которое нужно легализовать, находится в Караганде, а сам человек проживает в Астане, вот в таком случае? В таком случае легализация производится по месту нахождения недвижимого имущества. То есть предоставляется непосредственно комиссию по месту нахождения. А есть ли принципиальная разница между ранее проведенной легализацией? Если сравнивать с легализацией 2006-2007 года, принципиальное отличие легализация, которую мы сейчас обсуждаем, она гораздо уже по категориям объектов. Легализация 2006 года, 2007 года, она предусматривала все категории имущества, то есть и все движимое, все недвижимое имущество, земельные участки, квартиры, любое строение, любой вид транспорта, то есть не было делений. В нашем случае, то есть в настоящее время, законодатель ограничил категории, указал вот, долю в уставном капитале, как Нургуль Нурпеевна сказала, деньги, имущество, находящееся за рубежом, то есть уже нету. То есть указаны границы легализации. И по недвижимости большая особенность, что легализуется здание, строение и сооружение. По закону о госрегистрации прав на недвижимое имущество объекты недвижимости делятся на 2 категории – первичный и вторичный. Вот здание, строение и сооружение, которое рассматривается в рамках данной легализации – они относятся к первичным объектам. Вторичные объекты – это составляющие первичных. К ним относятся квартиры, встроенные помещения. То есть законодатель предусмотрел, что квартиры в рамках данной легализации не являются объектами этой легализации. Их можно узаконить в судебном порядке, там есть другой порядок, там порядок выморочное наследство, приватизации, то есть есть другие формы получения данной собственности. В рамках данной легализации, еще раз повторяю,
не будет рассматриваться заявление на квартиры. Угу. Многих это интересует. К нам поступают звонки, приходят с обращениями люди. Как ни удивительно, еще в Караганде есть квартиры, которые не имеют собственника, но акиматом города проводится работа совместно с департаментом юстиции, совместно с центром недвижимости. Все имущество практически уже поставлено на учет, и по ним процедура уже проходит передачи в госсобственность. Вот в ваших организациях проводится разъяснительная работа? Ну, именно в рамках центра недвижимости мы дали поручение всем своим филиалам в области. Они мало того, что являются членами комиссии, они проводят работу с населением. Кто обращается к нам, обязательно предусмотрено выступление в средствах массовой информации, то есть активную позицию по разъяснению норм законодательства. По первому времени мы сами, признаться, многие моменты недопонимали. Сейчас вот провели у себя семинар обучающий с работниками ЦОНов, с работниками комиссии. В принципе, эта работа уже налажена. Угу. Спасибо большое. По этому вопросу добавить хотите что-нибудь? Ну, в принципе, у нас аналогичная работа ведется также в городах и районах, в структурных подразделениях органов юстиции. Наши начальники, руководители управления юстицией также входят в состав комиссии. На местах проводится разъяснительная работа. Кроме этого, у нас есть сайт департамента юстиции, где мы все обращающиеся могут получить ответы. В принципе, мы ведем и в электронном виде, получается, в режиме онлайн, как бы разъяснительную работу тоже. Я хотел добавить справочно. Мы не ожидаем большого наплыва именно для изготовления технических паспортов, поскольку в предыдущей легализации поступило порядка 130 тысяч заявлений. Угу. По ним было изготовлено почти 90 тысяч техпаспортов на объекты. Из них половина составили дома, домостроения, это в наших районах, в городах. Угу. И порядка 12 тысяч объектов это были квартиры. Остальное были гаражи, сараи, дачи. Поэтому большая работа проводилась уже акиматом, совместно со всеми исполнительными органами, органами юстиции. Я не думаю, что будет большой наплыв. Ну, еще и в целом нынешняя легализация, она направлена непосредственно на легализацию имущества. Именно целью данной легализации является, чтобы эти деньги и то легализованное имущество, оно работало именно в сфере экономики. То есть в ближайшие 5 лет, чтобы обязательно эти деньги и это имущество работало на экономику нашей области, республики в дальнейшем. Одно из условий этой данной акции. Вот. И вот с предстоящим декларированием доходов и расходов граждан Республики Казахстан это имущество непосредственно нужно легализовать. То есть о полученных тех или иных доходах, с каких источников все это. Нургуль Нурпейсовна, скажите, пожалуйста, а сколько по области было подано заявление на легализацию? Ну, вот за 2 недели, которые работают с момента вступления в силу закона, с 1 сентября, по области поступило около 20 заявлений на легализацию имущества. В целом это недвижимое имущество. Сейчас на данный момент они на рассмотрение, то есть в течение месяца комиссии должны рассмотреть. И комиссия выносит 2 решения, или подлежащих легализации, или получит отказ по неподлежащим легализации. В этом направлении работа ведется, да, Ваня, сейчас? Спасибо большое. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была заместитель руководителя департамента юстиции Карагандинской области Кинжибаева Нургуль Нурпейсовна и директор Центра недвижимости Карагандинской области Жунусов Серик Базылханович. Огромное вам спасибо за то, что уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Желаем больших успехов в вашей работе. Спасибо за внимание. На этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами в эфире. До свидания.